Еще раз доброе утро всем, кто встречает этот день вместе с национальной телерадиокомпанией. Я рада представить нашу сегодняшнюю гостью. Итак, это утро вместе с нами встречает победитель Всероссийской студенческой олимпиады «Я профессионал» Луиза Зязикова. Доброе утро. Доброе утро. Луиз, мы вообще все наслышаны о тебе. Благодаря интернету, да, все, кто имеет выход в интернет, знают, что ты, как уже победитель, встречалась с нашим президентом. Скажи, пожалуйста, что это за олимпиада такая? Какие направления она открывает и в каком участвовала? Всероссийская олимпиада «Я профессионал» организовывается вот уже третий год подряд, насколько я знаю. Я принимала участие в 2019 году по направлению специальное дефектологическое образование, то есть это именно коррекционная педагогика. И победители олимпиады, они получают возможность, во-первых, пройти стажировку, то есть можно выбрать любую организацию, которая оказывает подобную поддержку, и пройти в ней стажировку. И, конечно, это призовой фонд в 200 тысяч рублей, которую получает каждый золотой медалист по своему направлению. Там было много направлений, как я поняла. Угу. Скажи, пожалуйста, вот что из себя представляло это все? То есть первый этап – это был дистанционный. Ты регистрируешься, выбираешь свое направление и проходишь онлайн-тестирование. Угу. И надо было набрать определенное количество баллов, чтобы пройти уже дальше. И так получилось, что площадка финальная, она находилась в моем университете в Махачкале, то есть в Дагестанском государственном педагогическом. И не пришлось никуда выезжать, ездить. Мы там же написали нашу работу и ее уже отправили дальше в Москву. Я, признаться честно, почему-то решила, что это полуфинал, что вот надо победить здесь, поехать дальше в Москву. И после, когда мне позвонили, сказали, итоги подведены, мы вас поздравляем, единственная золотая медаль на Северном Кавказе. Но у меня было такое потерянное состояние на самом деле, потому что я готовилась там писать дальше работу, что-то делать, и ну, это, конечно, радость. Вообще мы восхищаемся тобой. Сколько отзывов было в интернете. Правда, мы гордимся, но ты рассказывала, что у тебя была своя история. Вот немного об этом. То есть у меня с самого детства было довольно слабое зрение, и чем старше я становилась, тем больше оно ухудшалось. И были трудности и в плане образования, и впрочем. Но опять-таки у меня были преподаватели, которые понимали все эти нюансы, особенности и поддерживали меня. Друзья, которые также понимали, знали, но все равно вот в 2018 году уже вот стало совсем оно ухудшаться, и мы поехали на операцию. Полетели в Германию, и в Гамбурге была операция летом 2018-го. И вот сентябрь, такой период реабилитации, восстановления, потому что операция была сложная, она проходила в несколько этапов. И, соответственно, нужно было время, чтобы немножко прийти в себя и начать вот заново. То есть у тебя был этот период, когда, знаешь, думаешь, ну все, уже ты сдаешься как-то. Вот кто тебя поддержал на этом этапе? Ну, в первую очередь, это родители, это преподаватели, которые все равно видели, что что-то не так и что-то происходит. И, конечно, мои подруги. Которые, да, которым приходилось иногда выслушивать да, мои многочасовые мои лекции о том, что вот так и это. И, соответственно, я благодарна каждому из них, потому что вот та поддержка, которая была в это время, она все-таки помогла не потерять себя и все-таки продолжить этот путь, пойти дальше. И об этой олимпиаде ты узнала в этот период? О олимпиаде я узнала уже, вот, когда была операция, реабилитация у меня вот весь сентябрь. И в октябре буквально я узнаю о том, что регистрация на олимпиаду. Мне говорит декан Патима Тамарова, регистрируйся, участвуй, я знаю, у тебя получится. Да, и вправду. Скажи, пожалуйста, вот, чувствовалась ли какая-то конкуренция? Потому что заявок было более 300 тысяч со всей страны. Как ты смирилась с этим фактом? Ну, честно, сначала я старалась не обращать на эти цифры внимания, потому что все равно это пугает. Угу. Но потом, конечно, ты не можешь их игнорировать. Становится понятно, что огромное количество людей действительно борется за это первое место. И ну, я уже попыталась сосредоточиться на заданиях. Я подумала, вот у меня есть работа, я могу ее выполнить и посвящу всю себя ей. А дальше уже как получится. Ну, в принципе, уже понятно. Будущий ведущий специалист. Скажи, пожалуйста, Луиз, вот в дальнейшем в таких проектах ты планируешь участвовать? И что вот дало тебе вот такой вот, такая олимпиада? Я бы очень хотела, конечно, принимать участие, потому что в первую очередь это мотивация. Это тебя заставляет как-то двигаться дальше, дать какую-то оценку своему труду, понять, вот на каком ты сейчас этапе, и хочется идти дальше, делать больше.
И вот есть несколько конкурсов, в которых я бы хотела принять участие. Я надеюсь, что дальше этот путь продолжится. Действительно, это такая хорошая возможность стартовать и стартовать удачно и реализовывать свой потенциал, что ты сделала, Луиз. Скажи сейчас, пожалуйста, чем ты занимаешься, где ты работаешь? Сейчас у меня два места работы. То есть основное – это колледж сервиса и быта в городе Назрань. Я работаю со студентами с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью, как психолог. И также открыла частный кабинет, тоже Назрань. Там я уже принимаю детей помладше и работаю как логопед, клинический психолог и коррекционный педагог. А работу ты выбрала сложную, я тебе скажу. Мы понимаем, насколько это тяжело работать с особенно детьми и очень важно в то же время. Почему именно это направление? Вот что подвигло тебя на это? Ну, с одной стороны, я еще с детства хотела работать именно с детьми, мне было интересно. Но долго не могла определиться, все-таки педагог или врач-педиатр. Долгие были терзания. И вот это направление, оно для меня стало таким объединением и того, и другого. И с другой стороны, когда у тебя есть своя личная история, и ты понимаешь, какие вообще трудности бывают у родителей, у детей, конечно, хочется поддерживать и давать им понять, что да, бывает трудно, тяжело, но при должном внимании все обязательно получится. И, насколько я знаю, победитель получает фактически бесплатно, может поступить в аспирантуру, это правда? Ну, почти. Нам представляется скидка в 50% на оплату уже дальше образовательных услуг. И вот так получилось, что я поступила снова в свой родной дагестанский педагогический, и не было бюджетных мест, была только коммерция, и, соответственно, скидка в 50%. Ну, поэтому тоже дело. Да, это явно облегчило ситуацию. Да, Луиз, сейчас, после того, как тебя уже показали по телевизору, встреча с президентом, и такая молодец, как я уже повторюсь, столько отзывов. Скажи, пожалуйста, кто-то выходил с тобой на связь? Может, тебе предлагают работу? Ну, мне звонили, вот самые приятные звонки, это были все равно от родителей, вот детей с особенностями, которые видели, смотрели, мне предлагали помощь, они говорили, что если вдруг что-то нужно, даже если вот надо собрать подписи, что-то организовать, ты только скажи, мы всем поможем, поддержим. И, конечно, когда тебе звонит человек, которого ты даже не видел никогда в своей жизни, и вот настолько искренне предлагает помощь, это, конечно, очень многого стоит. И я благодарна каждому, кто поддерживал. Я даже так переживала, что не смогу лично ответить на все комментарии. Написала в директ, говорю, пожалуйста, передайте каждому, чтобы они это увидели, потому что для меня это действительно было очень важно. И действительно, такая платформа, она действительно дает много возможностей. Вот, да, даже элементарно, вот о тебе узнали люди. Это уже хорошо. И я думаю, это как-то мотивирует тебя, уверена. Да, конечно. Ну, а сейчас о своих планах. Как ты уже говорила, даже президенту. О чем ты там мечтаешь? То есть я рассказывала о центре. Я бы очень хотела, чтобы у нас в республике, да и в других регионах, были государственные центры, которые оказывают комплексную поддержку. Потому что, с одной стороны, это тяжело финансово все-таки. Вот частная реабилитация, она дорогая. То есть ты должен оплачивать каждого специалиста. С другой стороны, бывает такое, что специалист в одном городе, по другому направлению тебе нужно ехать в другое место, ребенок устает, и мне бы очень хотелось помочь решить эти проблемы и организовать всю эту работу в одном месте. Я думаю, тебя поддержат. Это действительно хорошая идея. Я желаю тебе успехов. Мы все желаем тебе успехов, на самом деле. Мы так болеем за тебя и будем болеть. Дальше продолжай нас радовать, Луиз. И мы действительно гордимся тобой. И еще раз спасибо, что пришла к нам в гости. Хорошего дня. Спасибо. А я напомню, что это утро месяца я встречал победитель Всероссийской студенческой олимпиады «Я профессионал» Луиза Зязикова. Мы продолжаем наш эфир. Оставайтесь с нами.